20 работ из собрания Пензенской картинной галереи на время переехали в Зареченский музейно-выставочный центр. Живописные и графические полотна объединены в экспозицию о Пензе и о лете. Лето мы ждали долго. Было прохладно, было промозгло. И мы, соскучились так по лете, что и тему сегодняшней выставки задали именно такую – о лете. Ну а так как выставка приехала к нам из нашего областного центра, мы не могли ее не отразить здесь, и она тоже о Пензе. На выставке о Пензе и о лете представлены работы только пензенских художников. Все картины пропитаны одной темой – историей малой родины. Как зритель могу поделиться с вами своими впечатлениями, в чем уникальность вот этой выставки. Здесь на самом деле старая Пенза, здесь Пенза не только летняя, здесь Пенза и зимняя, здесь Пенза через знаковые символы Пензы, вот это, например, старый драматический театр. На выставке зареченцам предлагается познакомиться с работами Геннадия Балашова, Дениса Санталова, Михаила Валукина, Анатолия Шерманова, Бориса Гладченко и Анатолия Афанасьева. Экспозиция будет работать в музейно-выставочном центре до конца августа. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».